Привет, друзья! Давно не снимал видео, было очень много дел, был очень занятой, не смог даже на выходных съездить на рыбалку. Ну, я исправлюсь, я вам обещаю. И скоро, на следующих выходных, я уверен, будет видео уже с мест рек, озер и прочих водоемов. Итак, сегодня хочу вам показать, пришли мне новые посылочки. Есть одна, правда, старая, и есть две новых. Так что, может, кому-то пригодится, может, кому-то будет полезно. Смотрим. Многие мои первые видео были, что камера трясется, двигается, и как бы смотреть такое видео, сам понимаю, не очень приятно. Поэтому заказал себе вот такую штукенцию. Сюда прикручивается фотоаппарат, ставится, допустим, палочка, к примеру, там. Вот. Надевается она вот так, и эти лапы крутятся во все любые стороны. Мы зажимаем камеру, вставляем ее вот так. И она стоит на палочке, держится. Вот. Ну, как бы я считаю, она как бы маловатая. Я думал, что она придет большая. Ну, ее достаточно, чтобы зафиксировать мою камеру. Так что, если где-то будет такое местность, негде будет там подержать фотоаппарат, и некого будет из моих напарников, возьму такую штукенцию, накручу, наверчу, завинтил, установил. Песня. Стоит она копейки, но мелочь, а приятно. Дальше. Пришли мне когда-то вот такие вот весы. Я их еще не снимал, но штука офигенная. Первый раз, конечно, лоханулся с ними. Здесь вот сейчас выставлено на килограммы, но можно выставлять и другие штуки. Вот какие-то китайские здесь, еще китайские, и в конце концов килограммы. Я не выставил килограммы, подвесил рыбеху, которая весила, ну, где-то килограмм 40, наверное, 50. А мне показывают 200. Я думаю, как так? Такая большая рыбина и такой малый вес. Потом разобрался, все решил, взвесил, рекорд сохранил, выложу и покажу. И последняя посылочка. Сегодня видео будет короткое, так как уже темнеет, вечереет. Вот. Уже становится холодно, хоть даже и день был теплый. Ну, покажу. Вот такой водонепроницаемый чехольчик. Как-то я так сидел дома, думал. Выплыл я на лодке на рыбалку. Лежит телефон. Если где-то, не дай бог, что-то, бах, лодка, ты в воде, телефон за 200-300 долларов уплыл. Ты его, конечно, достанешь, но он тебе уже не надо будет. Ну, чисто так, детям, может, для игрушки. В этом же чехле он водонепроницаемый. Если вы даже там где-то что-то заплывете в воду, он будет держать отлично, воду не пропускать. Будем делать эксперименты. Засунем сюда, да, возможно, даже камеру. И опустим в воду. Посмотрим, может, даже и рыбу увидим. Это будет скоро, буквально где-то через недельки-две видео, как оно что под водой делается, как оно хранится. Еще хотелось бы отдельно сказать продавцу спасибо. Открываю посылочку, а там что я вижу? А там вот такая деньга пришла. Я вначале думал, что не настоящая. Думаю, ну уже выслали мне какую-то фиг-отень. Просмотрелся на солнышко, хоп, водяные знаки есть. Но думаю, спасибо, этого мне хватит надолго. Приду завтра на работу, директору скажу до свидос. Деньги у меня теперь на жизнь есть. Залез в интернет, посмотрел. Оказывается, это тайваньская деньга. Стоит около 15 центов. Так что я сразу свои мысли о хорошей жизни пропустил и решил, мы еще поработаем. Да, еще прислал он такую бумажку мне, мол, мой друг Игорь, снимай видео, рекламируй мой товар, поставь мне 5 звезд, и я тебе вышлю еще одну такую шикарную денежку. На что я ему ответил: без проблем, заказы будут, видео снимать буду. Ну, это, друзья, конечно, шутка. Ну, как бы, знаете, мелочь, а приятно. Тебе прислали посылку, ты получил отличный чехольчик и плюс еще вот такой сувенирчик. Я считаю, если бы каждый так продавец сделал, у них бы было гораздо больше покупателей. Ну, как-то вроде бы все рассказал. Уже вечереет, напомню. Становится не очень удобно снимать, так что подождем еще деньга 3-4. Придут еще посылочки очень интересные. Покажу, расскажу. И я думаю, на выходных уже будет открытие сезона. Начнем ловить рыбу.
меньше будет слов, больше будет дела. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте отличные лайки, грозные комментарии, пишите, что вы думаете об этом видео, о моих посылках. Всем отвечу, всем расскажу, всем покажу. Мой форум будет где-то находиться в этой стороне. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Я думаю, все будет вот так. До встречи!